we don't give up. Somebody tell me we are fighting till the last second. В то же время я должен отметить, что благодарен ребятам. Мы сегодня не остановились, потому что уже были случаи, когда «Зенит» получал здесь против ЦСКА очень мощные поражения, очень много проигрывал. Сегодня мы, несмотря на то, что проигрывали 20, даже чуть больше временами, все-таки смогли в какой-то мере собраться. Я дал возможность и молодым ребятам сыграть, но мы смогли все-таки вернуть разницу до минус 10, и я благодарен за это ребятам. Then if we find the reason of the loss, of course, is that we had some really bad night with threes. Our effort is so poor, especially in the first two quarters. I think that we scored 1 of 12 or 1 of 14, I don't know exactly, after we fixed it a little bit. But also we shot a really few free throws, means that we are not playing on the paint. We need to play more closer and has a better average also shooting there. And we're sharing worse the ball than usual. We are the best team in the VTB, passing the ball, sharing the ball with each other, but not tonight. Tonight, in the first quarter, the first two quarters, we only had 5 assists, and then that we are collapsing, we're playing so selfish in some moments. Если говорить о причинах сегодняшнего поражения, то в первую очередь, конечно, это очень плохой процент дальних попаданий. После первой четверти у нас был один точный дальний бросок из 12. Потом мы немного подправили статистику, но все равно это ниже, чем мне бы хотелось видеть. Второй момент – это то, что мы пробили очень мало штрафных бросков, означает то, что нам не хватало агрессии, мы недостаточно шли в краску, мало давали возможности, чтобы нас хвалили. И третье – мы одна из лучших команд по движению мяча, я считаю, в лиге, и сегодня явно мы это не показали. После первые четверти у нас было буквально несколько результативных передач, ассистов, и, конечно, сегодня двигали мяч мы гораздо хуже, чем делаем это обычно. И, конечно, я должен сказать спасибо болельщикам, которые приехали в Москву и сегодня активно нас поддерживают. Coach, when will we see Sergei Karasov? Did something happen to him again? There are no news about that. Means that we lost our best scorer before I arrived here. They played really few games from the last 4 months. And now the more we are worried, in my case, believe me that of course we will win the games, but I'm worried for his health. And then we don't want to provoke that he are returned to play if he's not feeling 100% sure of himself. He are asking several doctors, and we will agree that he can be our best player or returning player for a playoff, but I don't know exactly what's going to happen. I know that the guy is worried. We try to help him as much we can, and it's a big shame for the team, but especially even for me, to don't enjoy himself. К сожалению, пока у меня новых данных по Сергею не могу сказать, новостей нет. Когда я пришел сюда, у него уже была травма в начале сезона, потом он отыграл, но получил другое повреждение. Конечно, мы могли бы форсировать его восстановление, сделать так, чтобы он уже в ближайших матчах нам помог, но я не считаю это нужным. Я беспокоюсь о здоровье Сергея, и пока он не готов на все 100%, я не хотел бы выпускать его на площадку. Я рассчитываю, что Сергей поможет нам в плей-офф, но гарантировать этого я пока не могу. Надо смотреть. У него были встречи уже с несколькими врачами, пока точных сроков восстановления нет. Еще вопросы? Спасибо. 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 Счастливо. Спасибо.
Аудио. В смысле? Интервью. Да. Ты офигенно продолжаем главным тренером ЦСКА Дмитрий Самосудочный, коуч, congratulations on victory, ребята, и нам благодарим. Okay, so good evening and congratulations also to my players, to the team. I think we were a much better team. We were very decisive, very focused on how to make stops and create well against Zenit, which is a very good team. I think we managed to bring the game on the level that we wanted to. Also in the halftime when we kept them really low regarding their performance on offense, 28 points. We kept going seriously also in the third quarter with a big margins, plus 22 in both, or like in two or three cases. We were dominant and we won that. We brought that game to the end smoothly, I would say. So congratulations to the team. We were better in both ends, offensively and defensively. We managed to make the spot shots that they were giving us. We could be much better on the two-pointers. It's really low percentage. We were a little bit sloppy executing the final part. That also play a big part of Zenit's defense. But I think that overall with 21 assists and this kind of performance today, we need to be happy. And also the audience, I think, and the attendance, they were happy as well. You know that we start the small marathon for us. It's totally different when you compare CSKA and other teams. The way we play, the loading we have is totally different than other teams. But it is what it is, 5 days, 3 games and a trip. This is what we're called to finish right now. Поздравляю команду. Мы сегодня, очевидно, были значительно лучше. Мы были более решительны и собраны и в защите, и в созидании. Мы смогли справиться с «Зенитом» и запустить игру в том направлении, в котором нам хотелось бы. Смогли сдержать их результативность. Мы добивались довольно большой разницы, около плюс 22 в двух или трех случаях по ходу матча. И в целом доминировали и привели игру к довольно гладкому завершению. Мы были лучше на обеих сторонах. Возможно, могли бы лучше бросать двухочковые, был бы лучше процент, но немножко лениво, что ли, завершали атаки изнутри. Можем быть счастливы тому, что сделали 21 результативную передачу, и я думаю, что такой игра и порадовала сегодняшнюю аудиторию. У нас не так много времени на то, чтобы подготовиться к этому матчу, и в целом у нас такой маленький марафон. Нужно сказать, что у ЦСКА, в принципе, довольно значительно другая нагрузка по сравнению с другими командами. Мы сейчас проводим за 5 дней 3 игры, и включая одну гостевую, поэтому все есть так, как есть, и мы работаем в этих условиях. Пожалуйста, если есть вопросы, have any questions? Yeah, coach, so in terms of preparing to Baskonia, these 3 games in 5 days, it's not the best thing, not the best. I don't know. This there is no answer, I think, on that. It is what it is. We're gonna go how it is. We have three games, I think Baskonia has 2. Were you surprised by Kyle Heinz's 2-game suspension? What to be surprised? In terms of what? I mean... The decision? Yeah, the decision. I don't know. I was not up to that. I think that people that they are aware, they know the rules, they know the... I think that the club is aware, and we have very serious people and lawyers and everything to know the... What are the rules? What are the... So if it's a punishment, it's a punishment. I'm not surprised. I don't have to be.
Okay, thank you.